Ну, а завершая и переходя к самому страшному, высочайшие рейтинги, прекрасные отзывы критики. Это говорит о том, что взросшены уже поколения говноедов, которые считают... Мне кажется, что критикам заплатили. У меня такое стойкое ощущение. Тихо-тихо. Если я не сплю, то кто это? Джун, что ли? Джун спит. И я вас напосапываю. А вот точно. А вот тут орём. Давайте перейдем на шепот. Нет, нет. Ну, повторюсь, взросшенные натуральное поколение говноедов. Вы вот это вот говно вы считаете за хороший фильм. Блин, ну, полная растерянность вообще. А что все говорят говно? А мне нравится. Нравится. Поздравляю. Да, ешьте говно и дальше, дорогие наши говноеды, блин. А вот на самом деле то, что сказал Дмитрий Юрьевич минуты ранее, вот когда это говно взапреет и взойдет, вот вы, которые закладывали это говно детям в голову, вы охереете. Потому что вы даже не представляете, к чему это приведет. У вас даже вот малейшего намека представления нету, к чему это все в итоге приведет, когда выращенные на вашем творчестве, так сказать, дети достигнут 25-30-летнего возраста, а вам будет лет по 65-70. Вот вы охереете с результатом вашего воспитания. Вот это будет прям настоящая пердуха. Какие у вас открытия чудные из подросшего поколения появятся? И скоро в новостях, наверное, через какое-то время появятся страшные новости, какие-то травмы, дети будут играть так же. Слава богу, не будут. Но будет топор прилетать почему-то в череп. Слава богу, не будут они играть сейчас с топориком. Его так не бросить просто. Слава богу, не будут дети теперь играть с топориком, а дети теперь с топориком не играют. Вот мы бы сразу привязали бы к топорику веревку и пошли бы его кидать. 100%. Я вот за себя точно скажу. Я бы пошел. Ну, попробовать-то надо, черт возьми. Я то, что хочу, это хач-хач-хач. Для тех, кто только что проснулся, добро пожаловать в дивный новый мир. Он создан для вас. Вот. Спасибо, Клим Саныч. Ой, стараемся. Спасибо. Спасибо, Дементий. Да. Спасибо, Джун. Ты нам аккомпанировал мощным посапыванием. Джун так и не проснулся. Нет. Вот забористое кино. Первый раз вижу, чтобы Джун уснул. Джун заснул, но он еще как-то молодой, не умеет. Хотите, я покажу. Тормози, Дементий, да. Он должен был еще сказать это. Ну, это такое ваше мнение. Выходи так. Не сели там потише. Джун, просыпайся. Пускай.